По закону все может забирать себе любого. Так что если больше. Да-да, приходите, мы будем ждать вас всем отделением. Ну что, удачи. Спасибо большое. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. Спасибо. Я все-таки не понимаю. Как мы это все закончилось, как же нет. Мне нужно срочно с вами поговорить. Ну что, у кого все закончилось, оно, похоже, все только начинается. Прошло не так уж много времени с тех пор, как я начал работать в областной больнице своего родного города. Хотя иногда мне кажется, что прошла целая вечность. Здравствуйте. Столичная клиника международной конференции. Разве это было со мной? Тут все по-другому. Предсказуемо. Здравствуйте, Иван Петрович. Читали? Роман Широков, столичный самурай. Я все силы, финансы бросил на этот центр репродуктологии. Иван Петрович, ну мы очень это ценим. Вы, может быть, и цените. Ну скажите, зачем журналисты... Ну слушай, иди на место. ...о том, что в центре не хватает оборудования? Иван Петрович, это недоразумение. Мы же прекрасно знаем, как выглядит ситуация на самом деле. Я поговорю с Широковым. Если будет нужно, мы потребуем с газеты опровержения. Все уладим. Не надо никакого опровержения. То есть? Да куплю я это чертово оборудование. Антон, мне неудобно, но можно автограф? С удовольствием. Спасибо.